Сходить за топором, если отпустят, конечно. Но... О, Огр помогает, морально поддерживает. Парни, приехал в меня, приехал в Огра. Брат, ничего личного. Ну, не знаю, надо как-то тут пытаться выфармить, потому что других вариантов никаких нет. Убивать их мы точно не будем, потому что... Ну, попробуй Спектро и Огром убить хотя бы... Ну, вообще кого-нибудь из них, или Абадона, или Магнуса. То есть, Магнус уезжает, плюс его еще хилит Абадон. Если бьешь Абадона, то... Не бей его. Беги, беги, беги. Все в порядке, я подбашу. Блин, наркоманы вообще. То есть, кого-нибудь из них убить, это невозможно. Абадон будет еще хилить Магнуса. А если убиваешь Абадона, то он просто будет под щитом убегать, а Магнус еще увозить, привозить там что-то. Сука, скрыть его руны, блядь. Блин, тяжело. Абадона, кстати, маны нет, сейчас попроще будет. Тяжело фармить. Магнус, мисс. Надо было на втором уровне не дагер брать, давайте, а не второй видим, скин. Потом, скорее всего, к шрайну на всякий случай. Не бей крипов, нам пушить вообще нельзя. Потому что когда они пушат, они под башню заходят. А если мы будем пушить, то они просто нападут и не отпустят. Но есть плохая новость, ребят. У нас уже отсутствует фласочка. И остался один тангусик плюс дерево. То есть двойной тангусик. И на этом хила не будет у нас. Поэтому пока хил остался, нужно обязательно выфармить кольцо. Иначе беда будет. Не буду дагер качать, потому что я вижу юзание дагера на этой линии только для того, чтобы в панике убежать в деревья. Потому что, ну, кого-то из них убить, как я уже говорил, нашим дабл-лайнам это невозможно. Я запулю аккуратно. Вон, Магнус уже пошел. Прогнал меня от крипов нахрен. Это, кстати, скорее всего, друзья. Хотя... Они далеко находятся друг от друга. Возможно, это просто потные братишки. Так, все, последний хил потрачен. Колечко есть. Теперь главное... проблема его купить. Чтобы купить кольцо, нужно добраться до магазина. Почему у меня градусник сейчас пикает? При том, что я его уже достал давно. Ладно. Так, все. Теперь наши дела немножко наладились. То есть 15 крипов, колечко. Сейчас я предлагаю сразу стик, наверное, купить. Они что творят? Они еще и дымают. Тут что вообще делают? Хотя вообще сапог нужен. А знаете, из-за чего вообще вся проблема этой линии? Это проблема из-за того, что у тебя лесной тролль в команде. Потому что... Ну, если бы это был лесной Акс, это была бы пол проблемы. Акс бы на шестом уровне вышел, сагрил бы и, в принципе, разрубить можно. А тролль, он не выйдет на шестом уровне. И на седьмом тоже. Еще очень хорошо то, что на миде темпларка не высушила СФ до сих пор.
Просто обычно в такой ситуации еще и СФ на миде от темпларки едет. Потому что СФу никак не помочь, и темпларка в соло гнобит. Бля, ну это что за цирк вообще, парни? Вы че, блин? Дай тангус мне быстрее. Халявка. Блин, мальчики. А, темпларка гангать пришла. Ну это все тогда. Как бы я много чего могу тут пережить, но с гангами тут вообще беда. Так что ты остановился до бара? Забей, нормально. Если бы он не бежал, я бы просто ушел, да и все, я не стал драться. Боковой же есть стикер. Там постоянно что-то меняет местами. Поэтому предлагаю взять капли. Блин, что-то вообще такая тяжелая линия, ребят. Кстати, вот заметили, я все игры, я сегодня вообще на керри играл только на Terror Blade, ну и то, там такая непонятная игра, какая-то наркоманская. Но вообще, вот вы заметили, что на керри играть намного сложнее, чем на том же миде или харде, там, или в лесу. Потому что ты идешь на мид, и тебя, на керри, и тебя здесь просто вертят, потому что на этом рейтинге всегда есть лесник. И ты стоишь вдвоем, к тебе вот приходит вот такая дабла в хард, и ты не знаешь, что тебе делать. Поэтому все просто. Зачем создавать саму себе трудности, если можно не ходить на керри? Пусть на керри идет дефолтный парень, который хочет фармить, а можно идти в харду или в лес. Даже в миде тоже как бы не так просто, как в харде или в лесу. В лес тут вообще это неуязвимость. Вон парень стоит в лесу, вообще плевать ему на все, что происходит на карте. И самое интересное, еще он там 15 минут будет стоять, к нему клиент зайдет. Ну как убивать Абадона? Тролль ультует. Пошел Эншента прокачать. Блин, там арканы у кого-то уже. Да, там у Магнуса арканы. То есть я эти капли купил. Они мне хпшечки подсейвят, конечно, да. Но они быстро отлетают капельки. Это минус Сограм пахнет. Но если Бара бежит, я, конечно, поверю. Попробую подраться с Абадоном. Попробую потянуть время, подраться с обоими. Попробую убить Абадона. Он без первого скилла, это хорошо, задымается не может. Попробуй, тролль, ультани, будь давай мужиком. Давай ты этого, ски верни. Не мужик. Бара на топе помогал, брат. Все нормально, Бара не может одновременно всем помочь. Ну, понимаете, вот даже банально тролль не может ульт с леса нажать. Он его так и не прожал. То есть это полностью максимально супер юзлес тиммейт до 20 минуты. Как бы если мы до 20 минуты у нас еще никто ныть не начнет и фидить, то тролль, возможно, выиграет игру, я не спорю. Но обычно к 20 минуте у тебя уже в команде появляется нытик, который там 0-2-0-3, начинает обвинять всех, и в итоге все идет уже через задницу. У него было КД, у него не было КД. Я смотрел вот на этот квадратик. И он горел. Сейчас, подождите, тролль, пойдем с нами? Сейчас серьезная драка намечается, тролль. Серьезная драка? А где драка намечается? Я надеюсь, не внизу же? Тролль, алло. Какая драка? Вот тут драка? Я не дерусь. Блядь, у нас еще один долбоеб АФК, короче, тролль нам. Нет, тролль нормальный парень. Я же сразу понял, что тролль. Да, блядь, тут выйти и просто убить нахуй. Хули, чем не деньги, блядь, чем в лесу нахуй это стоять. Что тут нормального? Вот, пацаны, сейчас... Да идите нахуй, блядь. Дебил, бля, по ситуации надо играть, а не потом не, блядь, по гайду нахуй, долбоёб. А можно мне курицу, сука? Ладно, я всех обману.
Так, ну сейчас я с вангардом. Но тут другой вопрос. Меня кто-то будет сейвить, потому что если они втроем зайдут под башню, хоть я с вангардом, хоть с чем, я умру. Вара бежит. Вижу. Я не вижу, как мы выиграем эту драку. Сейчас просто РП в двоих, в троих. Ну, я понимал, что сейчас это будет, поэтому и не подставил РП. Все, молодцы. Теперь я покажу. А вот если бы эта обезьяна была тут, нахуй, дала бы ульт. Ну, тролль не хочет ультовать, я понял. Да он долбоёб, блядь. Я же говорю, это еще один АФК тролль, нахуй. Тролль, ультани, будь мужиком. Не, вообще это не работает. Не знаю, у меня почему-то ощущение, но обычно вот такие упоротые пацаны, типа тролля, они обычно со стрима, это какие-то недоброжелатели, которые хейтят там, и он просто вот он молчит. А, может это дефолтный парень, просто я не верю, что на 3000 рейтинга остались еще. Ну, я думал, они вымерли, такие игроки. Обычно это со стрима, какие-то недоброжелатели. Давай, танкуй, танкуй. Но непонятно, кем является этот тролль, я пока его не раскусил. Не, ну тут все, наверное. Бля, а чё они все на топ приходят? Это как-то нехорошо, что ли? Просто на топе стоят три персонажа. Я через 10 секунд... Сука, пришло чучело, блядь, когда нас всех убили, блядь. Бой, баратрун, зря. Бара, беги под башню. Под башню как-то там, что-то, дай урну кому-то. Я сейчас на ульте прилечу. А, там и темпларка. Я не прилечу на ульте, нет, сорян. На топе 4 персонажа. СФ, ну они пятером нас там убивают, блядь, ты бы тоже пришел, помог. Мы еще и без СФ играем, то есть мы вообще 3 на 4 на топе. Дефолтно воюем. Давай поплачь. Ты ну, бегут, 13 минут, тебя бежит. В игре нет, алло. Троллиный адвокат. Ну, СФ. Так у нас лучше один минус один игрок, понимаешь, у нас есть один. У нас минус и два. Я стою по суспектру, потому что, блядь, она везде, и тут нас двое, блядь, этот и какого-то. Ничего, ладно, парни, нормально все, расслабьтесь, все будет сейчас. О, дурак бежит. Зачем он ульт включил? Или он сам у него включился, я не знаю. Ну это фраг, по-моему. Как бы... Тут... Хоть беги, хоть не беги, а фражина зайдет. Вот он. О, благодарю. Блин, я вообще хотел урну купить. Барки, ДД. Угу. Брат, давай его Магнуса убьем. Замечательно. Петра, ты не стример случайно? Нет, конечно. Точно, бля, голос пиздец похож. Я сейчас зайду, блядь, на стримы, нахуй, на топовые посмотрю. Давай. Я чё, обманывать буду? Конечно, хули, чё нет-то, блядь. СФ, ты будешь что-то показывать? Лучше не показывать. А, так тут вообще веселуха. Бля, я бегаю туда-сюда, потому что я не знаю, что мне делать. То есть, как бы, с одной стороны хочется подраться, а с другой стороны я вижу темпларку с дабл дэмэджем. Да. То есть еще и вот так даже, да? Интересно.
ни разу больше не выйду. Не, было бы вообще, было бы супер, если бы у нас тролль в драке хоть раз ультанул, когда он не участвует в драке, чтобы он нажал на ультимейт. Тролль, ты ж в курсе, что у тебя ульт по всем работает? А мы с тобой одна команда. То есть, если у меня заберут 25 ПТС, то и у тебя заберут 25 ПТС, понимаешь? Поэтому надо ультовать. Ебать, стрейт, ты сказочник, ебаный в рот, я ж сказал, что голос узнал. На ком стрейт, а это? На тролле? Да ты, давай, ты за фигню ты неси, чё, я уже на стрим зашел, посмотрел. А ты какой негодник. Да, бля, голос у тебя, это потому что сильно, как бы, специфический, сразу хочется. А в смысле специфический? Ну, не знаю, как ты говоришь так, блядь, там, это, ну... Я, короче, не... О, бля, уходи. Ничего себе, у меня оказывается голос специфический. У нас бара специфическая. Я голос узнаю, просто не знаю, кто я, не часто смотрю, блядь. Ну, чисто стримы там людей, а но все равно, видимо, смотрел несколько раз голос узнал. Ха, лянь машины, блядь. А! Ёп! Просто не помню, кто. То что вообще? Куда нафиг? Я попал, их пятеро было еще. Плеватрон снизу заплевал. Я там. Вот он, сука. Хорошо, бацают. Бля, надо дефать, короче. Пошли дефать. Тролль, если ты так и будешь чучело ебаная АФК стоять, блядь, мы игру сольем до того, как ты себе нафармишь сегодня. Ты понимаешь это, нет? Да. Ребят, ну теперь игра у нас обретает очень сильный характер. Это дожить до Радианса любой ценой. При этом как-то надо сейв базу. Тролль уже все. Крути ульт, СФ, смотрю. Ну что, девочки? Кого, куда, почем, сучары? Куда ты вообще? Чё там, мальчик? Ладно, лети, отпускаю. А ты куда? Я хоть кого-то убил? Силы тьмы, короче, очевидно, нет. Это потому что еще на ХГ, блядь. Это потому что тролль. Тролль-танк, нет, ты не танк, тролль у нас мудак. Вот, поэтому свою роль ты исполняешь. Кстати, хуйло, тебя это на стриме смотрит 5000, и все думают, что ты хуйло тролль. Так мы и так вчетвером играем, у тебя какая-то, ты болеешь чем-то. Так, тебе кажется, что ты с нами, но ты сам по себе, понимаешь? Ты не с нами, ты делаешь все, чтобы проебать игру. Самое интересное, вот, прикиньте, чувак 20 минут вообще ничего не делает. После этого он идет, умирает первый и говорит: «Все, блядь, я теперь вообще с вами ходить не буду, сука». Что этому человеку можно вообще ответить? Я заберу тебя.
пацаны, аккуратнее, нет никого на карте, отойдите, у вас там, их там сейчас пятеро будет. Я знаю, у них пятеро будет. Поэтому... Я бы команде предложил расслабиться. Отойдите, отойдите, ну блин. Хорошо. Да ты заебал, вот ты говоришь, что тебе никто не приходит. Вот ты что сейчас там делал? Говорю же, блядь, там сейчас пятеро будет, никого не видно. Брат. О, я там повторю. Блин, не смог ласт хитить тавер. Ну ничего. Парни, я вам предлагаю подраться в миде сейчас за Т3. Только не за Т2. Бара, ты тут уже не должен. Нету, СФ нет. Ну как лестница. А я на ульте прилечу. Просто самое печальное, что у нас на 21 минуте отлетает пацан. Мне нужно где-то до 24 сохранить три стороны. Если это получится, то мы выиграем. Если сейчас нам сломают сторону, то уже будет тяжело. Бладласт на башню вешай, брат. Давай. Да я знаю, у меня КД. Давай, давай. Темпларка тут. Идиоты, сука. Блять, они просто полетели за мной. Конченые. Все нормально, парни, я выиграл время. Это, качаемся. Боже, такие вообще. Алёши. Да, дайте, и сдохли еще, боже, это провал. Это просто провал. Я не знаю, кто им там скоординировал, но они играют, согласитесь, как такая, как маленькая команда. Они ходят в пятером, что-то у них все вместе. Был же, сука, координатор. Координатору просто в дневник 5. Мы не зайдем, мне кажется. Забирайте Рошана. Я просто фармлю. А кто забирать-то будет? А, ну если за троллем, да. Ну, троллю можно отдать. Да-да-да. Он же танк. Нет, он мудак. Чтоб мудак не умер, надо отдать ему Аегис. Ты это дай мне пофармить, у меня радианс через 30 золота, или я сейчас пойду сдохну где-нибудь. Че, Радик поздний такой? Да Радик, я бы сказал, очень ранний. При такой игре все могло быть намного хуже. Как бы 24 минута, радианс, при том, что фарма мало, фрагов мало. Это вообще идеальный тайминг. Ребят, на Рошана можно идти драться сейчас. Уехал парень. Ой. О, я все. Не хватило мне Бориса. Помощь. Ну, в смысле мы дрались? Мы деремся здесь, брат. Тебя не хватает. Вот ты был с нами, и ты ушел фармить. Был бы ты, все бы умерли. Блин, только все, Радик уходите, принес. Уходите, на базу, наверх. Уходите, они пушить не могут, они максимум Рошана заберут, все. Блин, ну я единственное, что понял, они все бьют меня. У них задача... Байбек на иллюзию, парни, я поэтому и ультанул перед смертью, у него просто я только сейчас принес свиток на Радик, и я понимал, что байбека нету. Чтобы хоть как-то какой-то дэмэдж внести, я ультанул. Вот, ну в общем, суть не в этом. Суть в том, что они в 5 тел убивают меня. То есть они в меня дают РП, потом в меня вкусывается Абадон, вылазит Найкс и бьет Темпларка. Что в такой ситуации делать? Я вижу два варианта. Первый вариант это купить Тараску.
Второй вариант это купить Blade Mail. Но Blade Mail без Тараски это, по-моему, бабки на ветер. Поэтому можно как-то попытаться насосать Тараску, а потом сделать Blade Mail. Тролль, ты уже должен быть на Рошане и убивать его в соло. А не на Эншентах, сука. Давай уйдем, Бару, уйдем. Бля, я кривой, сука, поставил два одинаковых варда нахуй рядом. Хотел сентрю, поставил эту хуйню. Ну надо хотя бы Виталю бустера что ли прикупить. Но мне надо плотность повышать, потому что меня все фокусят, сука. Все меня фокусят. Я не знаю, это еще при том, что я талант взял на 10 плюс 5 армора. Зайдем, нас просветили. Я-то понимал, я-то чувствовал, что в игре будет. Еще надо понять, у кого там дезолятор есть. Все, я понял. О, Nike Blade Mail, так, ну я предлагаю посмотреть, что тут происходит. Попробую гадюку. Базон уже без ульты. Ну я один, я не могу. Помощь сейчас есть? Тролль, у тебя почти фул хп, сука. Ой, Сэф пришел, вот. Смотрите. СФ мужик. Вот этого. Вообще пришел на разборки, короче. 2000 ты сможешь дать? Нет, он застанен, и сука, дай 2000, тупая ты, блядь, ебаный в рот, я охуею, просто пиздец. Просто пиздец, блядь, какой. Давай убьем тепларку, она сейчас пойдет. Тролль, сука! Ебло. Ебать, это пизда, команда мечты, нахуй, команда мечты. Тролль, ты можешь, сука, драться или нет? Честно скажи. Дерись, сука! Мужик. Засты купить. А что еще тебе купить? У меня есть варды. Она меня тоже с инвиза бьет. Почему? Скажи, она меня бьет с инвиза по три раза. Можешь мне ответить? Почему тролль танк? Потому что тролль мудак. Так, ну уплотняюсь, парни, уже 2400, уже не шутки. Сейчас Тараска, Blade Mail и погнали. Парни, ульта есть, можем драться в любой точке карты, если вы будете вчетвером там. Только вчетвером, ну, ребят, это не втроем, это именно вчетвером. ESF тоже с троллем. Это, блядь, ладно. Побей меня, я хочу дисперсии Махнуса убить. В итоге не убью. Ну, нормально деремся, все как я и говорил. Вчетвером в одном месте. Все солидно и грамотно. Ну, втроем дрались, минус 2 есть уже. Вот он СФ, брат. Ну да, СФ же сразу прибежал, хули. Вот это обычно, СФ, ты какой долбоёб, блядь, просто слов нет у нас. СФ, я тебя продаю за тупость. Ох, не нахуй тварь, блядь, тупая ты. Сука.
Просто пиздец, блядь, пошлите вчетвером нахуй. Ну, мимо прошел, я нахуй, больше ничего не могу сделать. Эсэк, ты будешь, нет? Я пытаюсь ты, вас скоординировать. Ты дебил, мы убиваем, блядь, двоих. Просто пришел 4 в 2 нахуй раз и убил. Вам деньги, блядь, артефакты нахуй, выигранная игра и все. Вот за то, что мы деремся. За смерть противника, тупой ты, блядь, баран нахуй. А за что мы все время деремся? И почему ты приходишь всегда, когда мы, блядь, уже слились нахуй? Что просто пофидить? Такое. Ну, фит это по одному, когда ты пошел и все, понимаешь? А мы координированно идем туда командой, блядь. А ты пугало просто кинула команду, вот и все. Пугало. Это ты пугало, блядь, понимаешь? Мы нормально как бы кинем. Братиш, я не могу поддержать, тролль, у меня ультавка КД, разве что дагер кинул. Если тролль ультанет, убьешь сам. Попроси тролля. Тролль, братан, ультани, пожалуйста. Не-не-не, уже не надо. Ребят, у меня к вам аналогичное предложение. Смотрите, вы вчетвером идете по любой линии, а я прилетаю в драку на ульте. Мы ее выигрываем и получаем 25 ПТСиков каждый. Это если вы идете вчетвером. Не знаю, вот на самом деле, ребят, на данный момент эту игру можно выиграть в течение следующих 5 минут. Просто сейчас пойти вчетвером по низу, завязать драку, я прилетаю, у меня 3400 хп, Тараска меня не убить. Я просто там начинаю устраивать дискотеку, мы убиваем врагов, кто-то байбекается, все дела, мы идем и заканчиваем. Ну хотя бы, ну в любом случае мы линию сломали бы. Вот. Либо есть второй вариант. Не слушать ну, меня, пойдем, продолжать фармить лес, сейчас умирает СФ, мы ждем, пока он ресается, ну, короче, понимаете. Ой, что это происходит, СФ, сейчас что все, это, блядь? Сейчас начинаются карусели. Пизды тебе наваливают, да? Хорошо, что косту взял, молодец. Че ты туда пошел, скажи, блядь? Фидить нахуй, да? Фидить пошел, Отвечай нахуй, блядь. Ребят, по поводу моего предыдущего предложения собраться вам вчетвером и пойти по линии. Не пошли, актуально? пошли, я вообще без базар. Надо по миду только идти, наверное, тогда. Ну вон, нападите, в миде уже нападите. СФа нету, но его всегда нету. Блять. Сейчас огр умрет. Парни, давайте в миде драться. Короче, поддержите меня, я не могу на это смотреть. Я пошел. Давай в миде. Блять, что тут без дохуя вообще? Ну я пошел уже, я не знаю, просто вы, наверное, будете реагировать, когда я умирать буду. Давайте. Давай РП, хорошо. Вот и все дела вообще, вот вся проблема этой игры. СФ, смотри, СФ пришел. СФ, молодец, красава, красавчик. Красава вообще, затащил игру просто, прикинь, как ты сделал. Ты один сейчас 5 размотал, нахуй, подеры. Вообще молочек просто, нахуй. Кстати, нам в воскресенье репорты всем дали, блядь, тебе один уже летит, блядь, козлина. Просто козлина, блядь. Я прям целое сочинение напишу про тебя, ублюдок, ты, блядь, репорт. Что ты руинишь игру. Убить! Читала, блядь. Понял. Блядь, надо пайп собрать, нахуй, против денег. Да уже поздно, наверное. Вот реально... Почему люди так играют здесь? Ну, то есть, вот складывается ощущение, что они сами не хотят выигрывать. Ты же им говоришь, не какую-то херню впариваешь, типа, пацаны, пошли фидить. Ты им говоришь, что надо сделать, чтобы выиграть эту игру. Они тебя вообще не слушают. Просто почему, если ты, сука, хочешь поднять свой рейтинг, послушай, поднимешь 25, будешь доволен. А потом они просто они сливают сами себе игры таким образом, таким поведением. А потом идут на форумы и пишут дефолтные байки про то, как им не везет с командой. И что нереально выбраться там с 3000, потому что против тебя играют задроты, а за тебя играют твои братишки.
Сейчас 25-й ап, ну хп подниму. Вот герой. Супер, супер, брат. Иди нахуй. РП нету, просто ломаем три стороны. Шрайн, в помощь, брат. Несите. Тролль лесной. 5-4. Плюс 25. Ах ты, врач, сука, лекарь. Подожди, барак добили. Все Найкса испугались. У меня все ноль, ни маны, ни хуя нету, баратун, смотри, аккуратно. Да, грызлись, грызлись. Да ну, сейчас хотканем будет. Что такое? Давай, беги 2 секунды. А теперь вот так, и я покидаю вашу лавочку. Блять. Да. Тихо-тихо-тихо, сейчас размонтирую. Почти. Парни, у меня такой вопрос. Вы все испугались Найкса, и поэтому не добили барак, правильно? Не, я убегал, ты чё, он мне вообще с 4 тычек убивает. Он меня пиздить начал, ты посмотри, блядь, что у меня осталось, нихуя вообще. А сколько за меня платят? А, меня вообще виномантия рубил, кстати, прикиньте. Кстати, ульт виномансера не особо много наносит. 367 урона. Это мало. О, смотри. Что такое, брат? Не пошло. Еще одну тараску. Вообще, ребят, в ХП нету смысла дальше. Выкупись, дай ульт, ага. Выкупись, купи рефрешер, дай ульт, чтобы убить Магнуса. Вот, ребят, такие дела. То есть, ХП уже вообще не нужно, потому что там Найкс, который с удара будет отжирать. А что, давай по низу заходим тогда, и все, там один барак. Сейчас тролль Рошана убьет, заберет Аегис, пойдем. А, ну все, бара, подожди, идем, идем, идем. Вот, то есть тут я брал Тараску, потому что меня в пятером фокусили. То есть тут Тараска мне нужна была, чтобы Блэдмейл взять, и всякие там темпларки, виномансеры, чтобы себя убивали. То есть дальше мне уже Тараски не нужны. Мне сейчас вот какую-то бабочку сделать, это уже совсем другой разговор. Только надо Найкса прочекать на наличие МКБ. МКБ нету. Портуемся сюда, берем бабочку и на ульте летим, в общем-то, с ребятами общаться. Я общаться буду. Здорово. Так, с тобой плохое общение. С тобой нормальное. Давайте сюда, мальчики. Не, я впитываю нормально. Впитываю я очень качественно.
ребят, Магнуса унизить. Давай, 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 давай. Сейчас виномансер появится. Виномансера унизить, парни, сюда. Все, уже никого, никого больше. Ничего, я впитываю. А, я тоже постою здесь рядом. А, бля, я так не могу. Ну все, спасибо, давай, дайте стрейл, дайте. А единственное адекватное, ну нет, нет, еще Баратрун заебись, лайк, короче, Баратрун тоже. Стрей, ты видел, что на мажоре Матумба Мэн всегда на 25-м на спектре брал КД Даггера? Что скажешь, он даун? Я, блядь, вот когда я это увидел, я так и сказал сразу, там рядом Витян сидел. Я говорю, блядь, на стриме все, пацаны зайдут, скажут, Даггер надо брать, Матумба.